Здравствуйте, уважаемые зрители канала Хобби Уральцы. Сегодня мы с вами обсудим такую важную тему. Прошло цветение, ягодки уже стали больше спичечной головки, где-то в районе, может быть, горошины. И зачастую можно увидеть, что в таком состоянии они как будто замерли, и неделя проходит, вторая проходит, не растут. Мало того, потом появляется какой-то рост, вырастает чуть больше горошины и опять останавливается. Что это такое и как с этим бороться, сейчас подробно и расскажу. Итак, поехали! Весной у меня выходил ролик, где я рассказывал, как же запустить корневую систему винограда, чтобы он у нас рос хорошо, отцвел хорошо. Все на самом деле получилось, эта подкормка сработала. Виноград хорошо стартанул, хорошо отцвел. Конечно, в момент цветения виноград тратит достаточно большой ресурс. И тут нужно и ягоды подкормить, и о росте о своем он не забывает. Отмахивает каждый день сантиметров, наверное, по 15, а то и больше. А ресурс у нас один, земля одна. И, конечно, если ничего не делать, то однозначно где-то вот ягода, ну пусть даже не в состоянии гороха, замрет в развитии, но чуть-чуть подрастет, чуть больше горошины станет, и все, питания не хватает. Виноград приоритетом считает рост, побеги еще вроде как растут, а вот ягоды все, замерли, остановились. Просто не хватает строительного материала. Ягода не растет, время идет, а в нашем регионе время — это самая ценная вещь. Ни остановка в росте лозы, ни в росте ягоды недопустима. Это осенью выявится тем, что урожай может не дозреть и лоза тоже не вызреет. В принципе, я эту проблему уже давно научился решать. Весной мы подкармливали калийно-фосфорными подкормками. Потом обычно до цветения я успеваю еще раз подкормить коровичком. Это уже азотная подкормка. В момент цветения, как я и говорил в прошлом ролике, мы не поливаем и не подкармливаем виноград, потому что все это может закончиться тем, что ягоды осыплются. Соцветия будут голые, но как только прошло цветение и у большинства сортов ягоды уже стали больше спичечной головки, вот теперь нужно опять же сделать азотную подкормку, чтобы стимулировать рост не только побегов, но и ягод в грозди. Просто-напросто подкармливать смысла никакого не имеет, потому что настой в принципе изначально такой концентрированный, и вместо доброго дела мы можем обжечь корни. Поэтому обязательно совмещайте подкормку с поливом. Проливайте виноградник и в это же время подкармливайте. Вот тогда у вас никаких негативных последствий не будет. Все пойдет только во благо. Я использую настой корявика в бочках. Это хороший вариант. Там оно, в принципе, чем больше простоит, тем будет более свободно усваиваться растениями. Микроорганизмы все удобрения разложат. И прям вот как полили, сразу же видно прирост. Сразу же видно набухание ягод. У меня на 300-литровую бочку приходится где-то примерно 2 ведра коровика, ну и остальное водой. 2 недели и настой готов. Но в этом году заморозки не давали работать, поэтому настой был у меня приготовлен, чтобы я поливал до цветения. Весь перебродил уже, стал вообще отличного качества. И сейчас можно уже таким настоем поливать. Опять же, можно обойтись по-другому. Если у вас нет времени, но есть свежий навоз, прям раскладывайте его между кустами и размываете водой, большим количеством воды. Тоже такая подкормка подойдет. Один раз подкормили, дали азота, и потом можно успокоиться. Ничего подобного. Побеги у нас растут, ягоды наливаются, и, естественно, и то, и другое требует, опять же, новых вливаний удобрений, чтобы рост ни в коем случае не прекратился. Так что каждую неделю мы опять делаем такую подкормку. И вплоть до середины июля, пока у нас ягода практически не примет свой настоящий размер, согласно характеристик сорта, мы эти подкормки не останавливаем. Для начала нужно, конечно, большое количество воды залить. И уже в эту же лунку, ямочку, как хотите называйте, подкормку наливаем. Подкормка уже такая более темная, она почти, ну, как светлая заварка. А в итоге у нас должно получиться как светлый-светлый зеленый чай. Вот это вот подкормка, от которой корни не сгорят, а плюс будет огромный. Уже начиная с 2004 года, когда у меня по факту кусты выходят на полное плодоношение, я даю по 2 леечки. Молодым кустикам тоже даю. Двухлетки я поливаю уже в обязательном порядке. У меня уходит одна лейка. Лоза тоненькая, ей нужна подкормка. У нас не юг, просто так без подкормки ничего не вырастет. Эти
саженцы я посадил в этом году, весной, сразу же после открытия винограда. И им я хотя бы половину леечки даю при каждой подкормке виноградника. Много нельзя давать, но если не дать совсем, то они не вырастут, как положено. Лоза у них будет тоненькая, хиленькая, поэтому обязательно до середины июля можно подкармливать. Нужно даже в наших северном регионе. Итак, вот такую подкормку и полив. Ну, в зависимости от того, конечно, какие погодные условия у нас. Несмотря на то, что виноград у меня в теплице, опять же, если на улице заливает, то и полив сильный виноградника в теплице не требуется. Поэтому будем чуть-чуть поливать, будем подкармливать. Если дождей не будет, будем посильнее поливать, ну и, как обычно, подкармливать. Все это мы делаем и не останавливаемся, пока ягода у нас не набухает. И как только вот мы первые признаки увидели, что начинают где-то окрас ягод, все азотные подкормки прекращаем. Либо этот первый будет сигнал, либо до середины июля мы даем азот, а дальше все, останавливаемся. Дальше азот уже давать нельзя, потому что и ягода будет плохо зреть, и побеги вызревать, что самое важное, очень плохо будет. А от побегов этого года зависит следующий урожай. И дальше будем переходить к калийно-фосфорным подкормкам, которые у нас будут влиять на созревание ягод, на их сахаристость, на их вкус. Ну а самое важное, конечно же, будут помогать лозе вызревать, чтобы на следующий год мы получили, опять же, отличнейший урожай. Но об этом мы поговорим чуть позже. Ну а пока, если вам понравилось видео, ставьте палец вверх, пишите комментарии, задавайте вопросы, поделитесь своим опытом, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новый видеоролик. Успехов вам и до новых встреч!